К слову, погода в этом году дает о себе знать по всей стране. Месячные осадки выпадают в считанные часы. Вот и в Якутии вновь на уровне правительства решается вопрос с подтопленными домами в Аймекконском районе и снесенным мостом в Тампонском. Видеоселектор с главой правительства республики Галиной Данчиковой состоялся на днях во время рабочей поездки в Хандагу. Как всегда, на первом месте у премьер-министра люди и только потом дороги. Вода там ушла сегодня, там находятся, конечно, все эти холодные помещения. И, естественно, население должно очень оперативно сушить свои дома. Мы договорились, коллеги, вы сейчас после КЧС останетесь, еще раз посмотрите. И только просьба, вот, чтобы главы Аймекона и Тампонского очень оперативно направили информацию. Вы все, что связано с материальными ресурсами, какие там запасы есть. Ну и просьба, все, что вы должны сделать, вы, пожалуйста, решайте на месте. Вы же слышите, что да, переход вот для большегрузных машин, он, исходя из информации наших дорожников, он, возможно, будет только в течение как бы месяца.